15, уже 15, да. А где Марфика? Спряталась. Нет, вот она. Ну выйди, выйди, не дичись. Стыдится. А Вера, Вера где? У попади за Волгой гостит, у подруги сейчас за ней. Пошлю ее, не узнаешь, красавица, каких близко нет. Ну, разве что только дочь от купщика. Об этом после. Завтракать на воздухе будешь, не против? Только об этом и мечтал. Ну, собрать стол! Помещик прибыл в имение! Нет, бабушка, я на станции пряники ел. Как это? Ехал ко мне и не спустился. Эту дрянь есть? Ну, дай-ка я на себя взгляну. Виски седые. Стареешь рано. А здоров ли? Да, слава Богу, все слава Богу. А вы все такая. Какой такой? А такая же раз чудесная. За стол. До обеда еще долго. Надо подкрепиться. Да я вообще-то сын. Как это? Здоровье. И не поесть. Вон. Василиса любит все, что ты любишь, помнит все, что ты любишь. Да. А это Егорка твой камердинер теперь будет. Егорка? Да. Грибы, индейка, лёг есть. Ой. Как можно, а, индейку утром? Василиса, а был Борису моченого. Ой. Может, еще чего? А? Нет, чего? Нет, разве что пирога. Что, забыли? Главное, не забыли. Боже мой. Подождите. Как это? Кто? Это кто? Это Марфа Васильевна? Ты меня еще, Татьяна Марковна, назови. Марфенька. Ты хоть помнишь меня? Помнишь, как мы с тобой бегали, рисовали? Да. Нет. Бабушка, я помню. Нет, тогда не было. Помню, Егорку, помню, вы рисовали, я еще на коленях сидела, мы еще орехи собирали. Да Вера рассказала, она повторяет. Вот теперь как я рисую? Да, я посмотрю. Да, что, да. Ой, а чудесно. Чудесно, это что, с натуры? Конечно. Я еще из воска цветы делаю. А что читаешь, романы? Да. Только такие, где заканчивается свадьба. Марфенька, будет стол. Нам надо о серьезном поговорить. Ой, нет, бабушка, я щитом смотреть не стану. Как это? Как это имение надо принять? Иди, смотри. 124 десятины земли прикуплено. Из них под выгон отдано 60. Браво, вы прикупили еще и землю? Я? Нет, это ты прикупил. Я? Вот же доверенность твоя, чья. Может, и подписал, только позабыл. Ой, хорошо-то как! Отчет ты читал, мои? Признаться, не читал. Извини, Борюшка, ты что, полоумный? А куда ты девал ведомости, которые я посылала? Не думаешь ли ты, что я тут твоими деньгами пользовалась? Рвал счета, и эти разорву, если будете. Ну иди, смотри, тут-то все записано. Ладно. Иди. Да? А Волга пышно величала,
Прости на прежнюю настоль, склонить свое внимание к лире, певца незнаемого в мире, но усталенного тобой. А куда ж ты девал ведомости? Ну иди, 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 смотри. Иди, смотри, ты зачем приехал, Борис? Иди. Ой, господи. Ну я приехал к женщине, которая любит меня и которую я люблю. Серьезней, ты не Маркушка какой-нибудь бездомный. Какой еще Маркушка? Серьезней. Ну какой Маркушка? Да бестия, выслан сюда к нам под надзор полиции. А, Леонтий что-то говорил. А, Леонтий, зайти. Да как же, не успел приехать, как тут же. Бабушка, Леонтий мой лучший университетский друг. Да, оригинал, сидит, уставившись над книгой, в одно место глядячи, а жена в иное место. Ой, ой, а в Петербурге сирень. Чего не зацвела. Борюшка, ты зачем приехал? Я к вам приехал, бабушка. Приехал сидеть у Волги. Я приехал роман писать. Садись! Из офицера вышел, службу кинул. Райские полками командовали, а ты роман? Что ж, получается, не рада, что приехал? А чем же это мы Бога прогневили? А? Двоюродная племянница рано ушла, мне двух малых девочек оставила. Твои родные рано ушли, я сберегла наследство. Ну так иди, бери его. Я старею, я уеду с девушкой. С девочками в свое имение. Хорошо, хорошо, я могу распорядиться по-своему. Ну так ты хозяин, как не можешь. Все, тогда я отдаю дом и земли девочкам в приданное. А пока все останется в вашем распоряжении. Все. Не плачь этому. Они не нищие, у них у каждой по 40 000, а после меня еще втрое достанется. Видишь ты, баб. Ударом жалуют, не бывать этому, слышишь? Не бывать, Марфинька, ты где там? Иди сюда скорее. Вон братец тебе дом жалует. Приседай пониже, целуй благодетелю в ручку и целуй. И другую. Марфин, скажи, ты хочешь бросить здесь все? А? Как нет? За что у меня здесь сад? Да, цветы. И цветы. Сад и цветы. Вот смотри, выйдешь замуж. Будет тебе свой дом, своя земля, сад, цветы, да? Не сплетни, брат, бесстыдница. Кажется, я тебя не тому учила, чтобы за чужой счет-то жить. Вера никогда не возьмет, Вера гордая. Ну скажи, мол, у нас у самих все есть. У нас, мол, у самих все есть. Я к нему есть или нет? Да. Борис Павлович. Прошу. За старые постройки. За ремонт. Бабушка. За новые постройки. Жалование управляющему. Я вам, извините, не приказчица, досталась. Ну и прочая. Нет никакой бабушки. А есть Татьяна Марковна Бережкова. Барыня, я насчет Азимы. Ты, Савелий, теперь Борис Павловичу с докладом, он теперь сам всем будет здесь управлять. Ох, ну хорошо. Хорошо, а знаешь ли ты, Савелий, да? Чиновника, который сможет составить документ о передаче ему. Так как мне знать? Ну? Разыщи его скорее, Вильям. Слушай, Слушай, Марин. Ты что это затеял?
пусть мое, а вы не хотите брать, пожалуйста. Так пусть и будет твое. Чему это? Дарить? Я осенью уеду за границу. Будет мыкаться-то, будет. Женись и живи тут. Я не женюсь. А как же ты проживешь один? Ну вы же одна. Прожили, и вот, ничего. Надо бы об обеде позаботиться. Бабушка, ну простите меня, ну простите, ну согласитесь вы взять внуки. Этот несчастный клочок земли. Это для тебя он клочок, а для меня имение. Ну так неужели вы сможете его бросить? Да, видать по всему, что придется управлять, пока силы есть, а то ведь все на ветер пойдет. Ну, дайте я вас расцелую. Все люди как люди, а ты кто? Не пойму. Кто я? Я несчастнейший смерть. Молчи уж, несчастнейший. Судьба накажет, всегда будь доволен. Или хотя бы показывай, что доволен. Марфенька, вот, учись мудрости. Нет, не пойму. Вроде все у тебя есть. Это что же? Рожна, что ли, не хватает? Бабушка, а что такое рожна? А это когда человек не чувствует счастья. Коли нет рожна, а жизнь ударит, тогда и поймет, что счастье было, хоть маленькое, а все счастье. Бабушка, вы будете героиней моего романа! Жена! 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 Да ты посмотри, кто приехал! Ну что ты кричишь? Ну, что ты уставил глаза? Ну скажи что-нибудь. Здравствуйте. Не очень без тебя поздоровалась. Да. Ой. Ой. Возмужали. Всех с ума сведете, меня первую. Ой, вы нисколько не изменились. Моя Клеопатра. Что ей делать? Детей нет, горе нет. Муж в гимназии преподает. Не забыли меня, помните? Уля, как можно? Ведь это он познакомил нас в пансионе твоих родных. Ты что? Не суетись, я все помню. Платил за счастье. А ты, если б не ты, чтобы я знала Данте? Да, сам оттаскал жаловался мне разок. Я как что-то ел пятно. Нечаянно на него стеснялся. Так, обедаешь с нами. Даже бабушка сказала нет! Бабушка сказала нет! Вот делайте, а. Ух. Ох уж это ваша бабушка. Никуда не взгляни, ни с кем слова не скажи. А сама Тит Никоныч у нее днюет и ночует. То же, что она святая. Только и след, что внучки. Одна с цветами, другая сидит, в углу слова не добьешься. А, тебе про Веру? Да, я, правда, еще не видел. Говорят, она за Волгой гостит. А кто знает, что она там делает за Волгой? Про что вы говорите? Я бабушку люблю как мать, она особо. Небось, уже вам шептала про месье Шарля, да? Да. Француз, коллега мужа. Они ночами читают, опустили слух, будто я, будто мы. Да вы не верьте, все глупости. Ничего ж нет. Простите, я не понимаю, а мне это что за дело? А вы заходите почаще. А студентом вы бывало? Ну, тогда мы были детьми. Да? Да. А кто караулил до утра у решетки? Шалу. Вы еще помните эти чудачества? А вы умны стали? Больше не влюбитесь в меня? Помните, ни вас, ни в кого. Мое время ушло. Борис. Да. Прости. Или оттаскаем второй раз. А? Да. Вот. О, блин, что это, а? Потом, спиной, да. Что? Ну что? Что? Не видишь? Что? Они тоньше стали. В лёте не прыгай, объясни. Откуда мне знать, что он вырывает листы, правильно? Тебе сейчас их правду побью. Ты о ком?
философский словарь, полюбуйся. Ну? Случайно увидел. Марк вырвал лист, закурил сигару. Бог знает что. Впрочем, я сам виноват, обязан был уследить, раз ты мне доверил библиотеку. Вот, смотри, составы каталога. Ой, нет, бабушка, со счетами нет, с каталогом уволен. Борис, все греки, им редкость. Себе все эти книги. Нос одним условием. Бери, когда дают. Не обольщайся. Вот всегда она так. Отцы учеников несут подарки, я гоню, она примет тайком. А с виду Лукреция. Да пойди ты со своей Лукрецией. Да я-то что ему подарю? Тебе отдам, что ли? А? Отдай, я пойду. Возьмите меня. А, что ж, придется передать книги гимназии. Да ты что, никто не увидит книг. Так, что за условия? Не хочешь ли их завтра мне почитать? Заложу себя, жену. Я сама себя заложу, когда захочу. Любит она меня. Дай Бог каждому. Смотри только, у нее же римский профиль. Ах, Лёнь, мое условие — больше ни слова о библиотеке. Это ему трудно будет выполнить. Я Марка теперь близко к полкам не спущу. Сам подойдет. Займусь едой. Да. Ты же без нее пропал. Да. Да. Да, одна беда. По-французски бойко болтает, а даже книгу такой. И по-русски пишет с ошибками. Прогрессивный шрифт, блядь, вот у меня такой узорчик-носитец. Век так думаешь прожить? Да как, что же мне еще? Да, Леонтий, ты один из курсов не обманулся в мечте. Хотел уехать в свою провинцию, ведь уехал, а? Я мог бы кафедру иметь. Да, и что? Заседать? С границы ездить? Я с идиотом. Тут? Ай, да, шел я к тебе, шел зелень. А, зелень, ну пусто, Леонтий, пусто. Да, я доволен. Ну, люди же хотят жить домой, понимаешь? Они рвутся вперед. Напрасно. Образцы давно даны. Вы что-то глупое, свое, новое, особенное. Получается, ты не веришь в прогресс? Да как не верить, только мелочи. Мелочи, на которые рассыпался современный человек, исчезли. Забудились мы, растеряли все. Вернемся и обретем. Помнишь, как тебя дразнили? Пасик! Откуда же тебя, как не из древнего источника? Ты что тоже? Я бросил живопись. Да, брось. А, знаешь, хочу здесь с ароматом сидеться. А? Только дрянь, напиши, что вам на каждом шагу в глаза лезет. Возьмись историей. Наша жизнь для фельетона, не для романа. Ну надо же что-то делать для своего времени. Ну? Да я делаю, я толкну учеников Софокла, Аристофана. Ай, Леонтий! Все умерло из того, что было. Родилось такое, о чем эти греки даже не ведали. Новые формы нужны, новые. Да. Новые мысли, новые. Маша готова! Да. Ох, и достанется вам. Один день уж вас ждет, Полина Карповна. Я попозже сам. Наконец-то! Прибыли! А мы уж даже не знали, что и думать-то. Вы так тут все переволновались, так переволновались. Татьяна Марковна уже в раке. Да разбойники стали чудиться, а вы-то живы? Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то. Ну, вы как всегда. А? Как всегда. Нет. А, бодрый, одет с иголочки, прическа. Нет, уже желудок. Да, и тут как-то вот наклонился. Так. Ой, а потом ведь надо же выпрямиться. Желательно. Да. А вы-то, что вы сейчас смеетесь надо мной? Вперед, и вы узнаете, что это такое. Ну, да. Надолго? На. Ну, лето проживу здесь, а там видно. А что там? Ну что, да? Нас тут природа, воздух. Многие очень даже рады вам. А, простите. Не узнаете меня. Как столица, впечатления быстро проходят. Я критская, Полина Карповна. А-а-а. Нас знакомили еще, когда мы
по-моему, жив был. Да. А нынче я одна. Позвольте вам представить. Мишель Рюмин в отпуску. Здесь вот. Мишель. Жародис. Ну, скажите что-нибудь, Мишель. Красивый. Хочу сделать этого мальчика светского человека, но боюсь, что... А ваш дорожный костюм? Пардон. Немножко, да, в дороге, а не успел переодеться. Бабушка, где велите поместить? Дом мой. Где хочешь? Ну, не сердитесь, ну, не сердитесь. Я больше не буду. Ну? Что же за фрикасе Ульяна Андреевна наставила? За лапша и жареные говядины. Марфенька, да мы ему завтра кашу с потрохами сварим. О, ну станут ли они есть такие неделикатные блюда? Почему я кашу люблю, особенно ячменную? Не, каша это тяжелая пища. Лучше супец. И котлетку. Дедник, да. Ну что, мы сегодня выпьем за здоровье Татьяны Марковны. Порядок. Шампанское? Да. На ночь? Да. С удовольствием. Гость решил совершить мацион. Ну, решил посмотреть. Мяса все еще густые. Берег милый для него. Ну, естественно, ну, не последствия невозможность вовремя прибыть. Да. Ну, выпьем. Да помолчите вы с вашим моционом. Я предлагаю выпить за здоровье хозяйки. С удовольствием. А вам нельзя. Почему это нельзя? Вы хотите присоединиться, а вам нужно о желудке думать. Не-не-не, ну как это нельзя, нельзя. Как? Нет, ну я все-таки нарушу. Господа, я пью до дна. От души. Мишель! Мишель, поставь до места. Идите по саду погуляйте, Мишель, к нам приедет. Да. А, господа, мы с бабушкой заключаем договор о свободе. Она делает, что хочет, а я, что мне вздумает. На свободу! Правда, Борис Поэта, а не как ветер. А, цыган ты. Значит, будешь что? Сататься, как Маркушка? Опять этот Маркушка? Мне кажется, надо уже с ним познакомиться. Кстати, у него есть зарывание. Да? Есть! В долг взять и не отдать. 300 рублями поплатились? Мало вам? А не стрелял еще в вас? Нет, он со мной вежлив, приветлив. Он чуть председателя палаты не застрелил, да? Да вы что? А не заходил ли случайно среди ночи к вам отужинать запросто? Да, как-то зашел ночью. Да. Говорит, целый день не ел. Ну, я, конечно, накормил его, мы пофилософствовали. Подискутировали, белым временем. Но, так как он вам не угоден, я его больше не принимаю. Он вообще анархист, пьет, курит. Ой, я тоже пью, курю. Тит Никонович, да? Нет. Петербургскую сигару. Нет, никотин, он же на легкие действия. Да. И, кстати, ускоряет пищеварение. Да. Дымишь, Борис? Послушайте, по-моему, нужно дать волю себе. О, кстати. Волю, и ты туда же. Борис Павлович, да. Много новых книг прочитал. Слог-то прекрасный. Благодарю. Полина Карповна. Полина Карповна, у них там коза в огород пошла. Это Маша. Я велю выгнать. Мой костер. Да. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас с тобой никто не встретит, мы простимся на... Ой, я, по-моему, охмелел. Ой, надо честь знать. Поздно уже, я и не велела прислать одно. Мадам, позвольте вам...
собой предложить экипаж. Ну, вы и комильфо, мерси. Мерси, мадам. Иные вы, Тит Никоныч. Комильфо. Пойдемте уж, провожу вас. Мишель, попрощайтесь. Мой костер. Еще в тумане светит. Господа! Господа, честь имею! Благодарю вас за тонкий разговор. Я вас поняла. Мишель, тебе не женись, а ты уймется. Да ваша правда, парни. Ну, ударишь духом. Уголовное дело. Ну, что ж ты делаешь-то? А дракой что сделаешь? Ну, короче, все-таки страшно. Ступай. И чтоб не было этого. Парни, слушаю. Жаль мужика. Чем он провинился? Он? Может, ничем? Да нет, какой-то грех-то был за ним. Помилуйте, а что, буря крышу сорвет, выдвинул? Йо! Даром судьба не наказывает. А, и что же на эти штуки с умыслом проделали? Ну да, чтобы помнили. Над нами кто-то есть. А, ну да, да, да. За нами надзирают, а мы не знаем. Буфонишь? Шутишь? А ведь правду сказал. А чего? Кто принудит? Непременно скажу так, и будет так. О, никогда не говори непременно. А чего? Я непременно проживу лето с вами, непременно напишу роман. А ты прибавляй. Хотелось бы, Бог даст, ты понадейся на судьбу без оглядки. Она заберет у тебя все то, чего больше всего желал. Где меньше всего ждешь, там и оплеуха. Это за Волгой, там, где Верочка гостит. Ну, да что мне с Мариной и с Савелием делать? Ничего, прелесть какая. Роман нужно вставить. Может, отослать ее подальше? Зачем? У нас все драки-то по пьянке, а здесь в кои-то веки стоящий сюжет. Подлинная страсть. Тебе сюжет, а мне беда. Буду записывать. Ба, да, да, буду записывать.
фигуры, ощущения, мысли, сцены и вставлять себя везде, куда повлечет интуиция. Не узкой получится, Борис. Нет, здесь оказалось широкая рамка романа. На вас неизвестной жизни, белочка, вот муравейничек. Ой, а тебе не надоели твои старые муравейники, а? Какие, есть новые? Ойти, и все тот же студент. Возможно. Знаешь, когда ученикам греков толкую, да? Где ноготы много, стараюсь умалчивать. А жизнь останется, Люба, останется. Я маленький, она меня не заметит. Владу! Вино есть? Нет. У нас Шарль обедал. Водка есть. Ну, курок, давай водку. Только тише, жена спит. Привезли хороших сигар? Пожалуйста. Леонтий нас, правда, не местах. Думаю, вы оба догадываетесь, кто. О, учитель, да? А умно сказал. А тот самый Марк и есть. Волохов! Невольно здешний гражданин. Чем же вы здесь занимаетесь, гражданин? Я обожаю светские беседы. Тем же, чем и вы. Борис живописец. Да? Да, артист. Сейчас роман пишет. Ну, я тоже артист. Бабушка ваша успела описать вам мои художества? Да, она слышит о вас уже не может. Уже? Да. А я пока только яблоки рвал у нее в саду. Ну что за дело, рвите, что хотите. Да и книги ваши рвал. Если вам приносит удовольствие, я позволяю. А кто-то просит. Теперь не буду. Борис, он слышите, придумывает. Прихворнешь? Полно врать, козлов! А вы вообще зачем здесь? Бабушка позвала, вот я и приехал. А так мне пора. Я с вами. Осаден трактир. Пожалуй, это можно сделать и без осады. Ночь. Не пусто. Особенно, когда меня убьют. Ну, ничего. А мы крикнем пожар! Батальон! Сразу отворят? Отворить-то отворят, а потом-то выведет. Это не впустить меня можно. А вот выгнать... Постойте. Постойте, а пойдемте-ка ко мне, а? Чего бы и нет. А чего бы и нет. Прошу. Прошу. Пока, Платон! Не читай до утра! Спи! Прошу. В дом не пойду, вынесите сюда. Здесь собаки спущены, вай поднимут. Не поднимут, они у обрыва бегают. Вы здесь часто бываете? Хватит следить за мной! Летите сюда! Господи, Марина, что ты здесь делаешь? Тише, барин, Савелий услышит, прибьет меня. О, Боже, все, иди. Хотя нет, постой. Ну что, барин, смилуйтесь, Христа ради, смилуйтесь. Послушай, принеси спиртовку, сахар и лимон, можешь? Могу. Ну все, ступай, попадись. А теперь не страшно, я скажу, вы велели. Ой. Господи, а это, Мертин, ты что здесь делаешь? Ты! Гуляю, воздухом дышу, никаким пустым делом не занимаюсь. Пошел к черту! Да. Однако я так с голоду умру! Ах, да, извините. Сейчас, Марина! Марина! Я тебе покажу Марину! Я еще Марину не знаю! Убью! Остановили! Пусти, это я! Баба? Барин? Барин! Барин! Ой! О, Господи! А как? А я это? Вот принесла, как велели. Сладенького что-нибудь не желаете? Сладенького? Да. Сладенького себе оставь! Бронь, надо пошел! Начал срамить? Пошел! Я потому не отойди! Давно вы в этой малиновке? Года два. Случается? Стараюсь развлекаться. Я не верю в роль, что вам приписывают. А без роли нельзя прожить? Ну надо же чем-то заниматься. Это вы Марфинку учите, а не меня. Вы ее знаете?
Откуда? В церкви видал. Ну, говорят, вы туда не ходите? В юнкерах такую жонку делал, кажется, готовы пробовать. Благодарю. Нет, я благодарю. Крепкое в голову просто бросил. Ну, так не бросалось бы, и пить не стоило. Верно. Да не бойтесь вы. Никого не зарежу. Пью от праздности. Знаете, это от нас зависит, быть ли праздным. Запишите. Председатель палаты одобрит. Кстати, говорят, вы в него стреляли? Да вздор. Шел с охоты, пил ворон, чтобы ружье разрядить. Он орать. Во строку пеку. Ну, я и прицелился. Он наземь просить прощения. Ну, я и пальнул. Ну? В небо. А он всюду врет в него. Странно, странно, с вашим умом и способностью. И вы, возможно, умны. А чем заняты? Рисуете? Пишу. Портреты иногда. Я хотел стать художником, просто не вышел. А почему же? Ну, позвольте спросить. Да, конечно, конечно. Знаете, суета, наверное. Не смог взять свой крест и нести. Не смог. Но Я ищу настоящее дело. Зря. Дела у нас русских нет. Никто не осознает себя человеком. Каждый тянет свой воз, как лошадь, из-под кнута. А перестанут хлестать, мы и ляжем, облизываясь от удовольствия. Нет. Мы движемся отрицательным движением. Не жалуете вы русских, я вижу. Они сами себя не жалуют. Нет, мое время еще не ушло. Мое время еще не ушло. Не ушло, я об этом напишу роман. Да вы лучше закусывайте. А вот, знаете ли, вот так. Давайте. Вот послушайте. Смешать свою жизнь с чужой. Угу. А потом описать это все в фигурах, ощущениях, мыслях, сценах. Ну разве это не грандиозная задача? Грандиозная. Вот. Но из вас ничего не выйдет. Да. Много я видел таких неудачников. Много. Все пропали. Или спились. Я, в отличие от некоторых, пью мало. Ну, кому поры ударяют в голову, а кому... Вы, похоже, влюбчивы, да? Чтобы угадал, да? Поклоняетесь красоте! Не прочь того, да? Сыграть романтик? Милостью вы туда! Если я вас еще не выпросил, эти мы обязаны тому, что вы находитесь у меня в гостях! Ну, давайте! Да нет же, господи, посмотрите на себя! Потому что вы пьяны! Что, жалеете, что позвали меня? Нет, просто вы перестали меня занимать. А давеча интересовали? Пока не знала на вашем воспитании. А вот это бросьте. А вот это бросьте, вас учили, и что? Вот вас учили. И что, никакой программы? Программа? Послушайте, а ваша какая? Программа! Стрелять в людей, брать деньги? И не отдавать. Вы читали Прудона? Собственность – это кража. Так что я забираю свое. Кстати, дайте 100 рублей. Это что, шутка такая? Нет, нет, никакая не шутка. Я хозяину квартиры задолжал. Пожалуйста. Нет. Тут 80, вы меня обсчитываете. Больше нет, остальные завтра. Не забудьте. Вы гордитесь? И ничего не делаю, как и вы. Но я хочу делать, и я буду. И я хочу делать, но не буду делать. А чего же, позвольте узнать? Да поприща пока нет. Арена. Арена, но есть же какая-то цель. Вы романист? Разгадайте меня, слабо? Достаточно. Ой, вы схватили бредовую идею и возомнили себя пророком. Много таких нынче поясничек. По кабакам, долой собственность.
Такие типы худо кончают. Я только начинаю. А некоторых из них сажают в сумасшедший дом. Ай, феодаймы туда упекли. Да тут я вижу претензия на великую русскую идею. А? Претензия на великую русскую идею. Только какую идею, а? Что молчите? Какую идею? Эй! Наконец. Уснул. Да. Что? Что горит? Это я. Что за огонь? Я здесь, я, бабушка, я. А что это за огонь? А? Да. А там кто валяется? Марк Волк спит. Да ты где его нашел-то? У Леонтия. Захотели есть, он звал в трактир. Ну, трактир? Да. Вот этого нам и не доставало. Ну вот, я поэтому и привел его к нам. А кто подавал? Бабушка, не волнуйтесь, Марина все нашла. А что подавал-то? А мороженого подавала? Да не надо мороженого. Мороженое. А что это? Он так спит, что ли? Вот так. Свернулся точно собачонок. В дом идите. Перин, что ли, не достает? И погаси ты этот проклятый огонь. И без пирожного. Простите, вы нет? Простите, когда же вы приехали? Поздно, после ужина. Да, простите, ради бога, я встретил тут одного типа всю ночь. Простите. Я велела варить кофе, хотите? Нет, благодарю вас, извините. Хотя чего нет? Да, хочу. Вера, вы как будто забыли меня, а? Да нет, ты чего же? Ну, хоть иногда-то вспоминали. Бабушка все уши про вас прожужжала. Бабушка. А вы сами? А вы о нас вспоминали? Что у вас за книга? Так. Вы сладко любите? Ох, что такая книга, что уж посмотреть нельзя? Пожалуйста. А что вы любите читать? Многое. Вера, мне так многое хочется вам сказать, вы же были совсем девочка, а теперь... Вера, вы как будто боитесь. Я не знаю, чего надо бояться, поэтому не боюсь. А вам нравится здесь? Да, я очень люблю Волгу, обрыв этот сад. Да. Да, не правда ли чудесно, но прискучит, если рядом нет никого, с кем можно разделить эту красоту, не правда? Верно, прискучило бы. Значит, кто-то есть.
Ну, конечно, я не одна, бабушка, сестра. Нет, нет, Вера, кто-то, с кем можно посидеть всю ночь, без слов, понимая, о чем он молчит. А, да, есть. Так, кто же это существо? Попадья, сидим всю ночь, не наговорим. Подождите, ну хорошо, а бабушку и сестру тоже любите? Кого же мне любить, как мне? А меня? Я и вас буду любить, если заслужите. Боже мой, как же мне заслужить это счастье? Какое счастье? Приобрести вашу любовь. О, ее не заслужишь, говорят, она слепа. Но также говорят, что порой она приходит через доверие. Да, может быть. А, я не знаю. А что же нужно делать мне? Послушайте, а вам лучше не обращать на меня внимания. Ой, пожалуйста, не делайте вы такие глаза и не допытывайтесь, что я люблю, а что нет. Бабушка права, вы горды. Боже мой, почему она что-то говорила? Я объявил, что дарю имение вам сестрой, она сказала, что вы не примете. Да мне все равно, мне лишь бы быть здесь. Ну вот, а бабушка хочет уехать. Вера, вы готовы принять дом? Ну? Продайте, у меня есть деньги. Нет, у меня не будет, так я не хочу. Ну, как тогда вам удобно, а мне лишь бы быть здесь. Вера, постойте. Послушайте, я собираюсь здесь с Марфинкой заниматься историей литературы. Ну, давайте будем вместе читать, делиться впечатлениями, спорить. Вы любите искусство? Скажите, пожалуйста, а вы надолго здесь останетесь? Слушайте, по-моему, это уже будет зависеть от вас. А, я понял. Пойдемте, я покажу вам свои старые рисунки, и вы... Я еще не разобрала Вечером! Не придет, видимо, Верочка. Смеркается. Да нет, обещал. Я ее почти не видела, только днем у обрыва. Привередница, кто знает, что думает. И как она не боится вниз спускаться? Сколько раз говорила, не ходить туда! Для чего бояться, предрассудок? Проклятое место. Там на дне обрыва еще при твоем отце. Один ревнивый муж убил жену, соперника, а потом еще и сам себя порешил. Говорят, он до сих пор там блуждает. Покруче сошел и у беседки сидит. Марфа. Марина видела? Да Марина-то много чего видит. Дождется. Оттуда часто под вечер выстрелы слышно. А кто стреляет, неизвестно. Страсть. Послушай, Марфуша, а ты только завтра еще распустить? Пока бабушка уезжает. Пойдем. Почему? Ни за что. Марфа, где же Вера? Пора бы ей уже быть. А может, завтра с утра поедем с визитами? Заодно и к откупщику заглянем. Это еще зачем? А у него дочь невеста, забыли? Послушайте, женщины, придумайте для меня какой-нибудь другой рожон. Хорошо воспитана, богата. Ой, хорошо поедем. Но только если и вы выйдете замуж. Уходишь, а я тебе добра желаю. Я добра желаю, техник Ильич молится на вас, глаз не сводит. О, вот и женишка сыскал. Конечно, в ответ на невесту с денежками. Да вы можете понравиться друг другу. Так а вы уже друг другу знаете. Когда техник не захворает, да. Бабушка ему и фонарь, и слизь. И еще что? Да, и сударыня! Да и ты, Борис Павлович, не велите-ка вздору, а то велю вашего Тит Николыча. Не принимайте все тут. Бабушка, Русечка, ну зачем так? Татьяна! Я вас сатана принес, живого! Представляете, какая удача? Еду я к вам. Затем
А у обрыва в лодке Волохов. Я к нему его таком сажаю. Позвольте ручку. А Марфе Васильевне, Васильки. Ой, у вас гость? Борис Павлович? Да. Я Викентик, Николай Андреевич. Не знал, что прибыли. Да откуда ж знать? 3 недели, как у нас не были. Председатель 2 недели не отпускал. Канцелярию разбирали. Не слушайте его, он все сочиняет. Ночами сидели, ей-богу. Да бог с вами. Божится-то по каждому поводу. Какой? Грех какой. Мне не верно, я ей-богу. Да свеженько пойдем сюда. Пойдемте. Старый век не может литься в человек. Ночью охотится? Это в обрыве, а вы не верили. Вера Васильевна велели передать, она не придет. Просили извинить. С ответным визитом пожаловали. Принес денег, как обещал. Специально пришли? Нет, не специально. Так решил от скуки погулять. Хорошо. 2 красавицы дома, а он от скуки. Могу, да, не пересчитываешь? А ведь красавец, а? Вера, а какова, а? Откуда вы знаете, что он задел? Ну, я тоже артист, забыли? Духота? Да, если вы. Ну так скиньте сюртук, да мне. Ну да, пошли. Не хотите молока? Нет, благодарю, я у бабушки по завтраку. Дайте сигару. Ну как бабушка? Не ругала, что дали мне приют? Напротив, упрекала, зачем без перина ревнуют. Здоровая старуха. О, хоть кому-то вы симпатизируете. Председатель палаты велит следить, где я, с кем. Рискуете? Зачем пришли? Я же говорю вам, от скуки гуляю. Чем писать роман, полезнее завести его. Руко? Нет, нет. Знаете что? Да. Благодарю вас за совет. А что, не поддается, да? Так а вы по-столичному? Вот это как-то холод улыбки. Пылкий взгляд, а? Ну, порисуйтесь, это ваше дело. По-моему, как раз ваше. Если бы сработало, я бы постарался. Ох, думаю бы и не задумываюсь. Да, и пошел бы прямо к делу. А вы уверите себя, что влезли на высоту и ее туда тащите. А хотите пари? Через неделю влюбитесь? Да. А через месяц наделаете глупости и не будете знать, как убраться отсюда. Пожалуй. Ну, хорошо, даже если я... Хорошо, а если я выиграю это, парень, чем же вы мне заплатите, а? Панталоны отдам.
Нет, правда, с одежкой туго, но риска никакого. Кстати, можно я примерю ваше пальто? Я сейчас... Стойте, подождите. Вы делаете? Подождите, вы примерите мое. Зачем не снимать? А я примерю ваше. Дайте мне мое пальто. Я все не отдам. Разве украдете теперь у меня так? И под... Смотри, у вас... Что? Романтичный вид. В моем пальто есть шанс выиграть пари. Что вы привязались к этой глупости? Люблю изучать жизнь. Mm-hmm. А когда мое пророчество сбудется, вы мне 300 рублей заплатите. Ждите. Что? Отсчитываю от нынешнего дня! Сумасшедший! Чье это на ваше пальто? А? Пальто чье? А, пальто. А, да, Марка. Он здесь? Нет, а чего вы так испугались? Вы ошиблись, я его не боюсь. Представляешь, он предложил мне пари, что я в тебя влюблюсь. Вот думаю, а вдруг выиграет, а? Для вас лучше, если вы выиграете. Значит, речь прошу не жадно. Почему и впредь? Чего не пришла к вам? Она сердилась? Я больше сердился. Бабушка уважает мою свободу. Чего ты такая мудрая, Вера? Что значит мудрость? Мудрость? Ну, это, по-моему, это гармония идей жизни. Ошибаетесь, вам не гармония. Бориса? А. Бонжур. Бонжур. Борис, вы позволите мне вас так называть? Да, конечно. Мишель, пойдите погуляйте по саду. Бедный мальчик. Ужасно ревнив. Не захотели посетить меня. А, я признаюсь, да еще... Да не оправдывайтесь, я знаю, боялись. Чего боялся? А, свет так заречив, не правда ли? Но здесь мы одни. Смелее. Два. Вот эти ваши взгляды, те самые, Что в столицах? Там все женщины одеваются с большим вкусом. Ну, со вкусом можно одеваться и в провинции. Скажите, ноги вздыхают по вашей музе? А музе? Ноги. Но вы страшный человек. Монстр. Вы не молчите, скажите что-нибудь, не молчите. Ну что же мне сказать, Полина Карповна? Не осталось слов. Слов-то и нет. Полина Карповна. К чему же слова? Я клянусь вам, Полина Карповна, вы в полной безопасности. Есть минуты страшные в жизни женщины, но вы великодушны, не погубили меня. Борис, простите, я взволнована, я не знаю, я должна уехать. Конечно, конечно. Да. Ну, боже, ну я не знаю, ну ходите, напишите мой портрет. Да! Да! Полина Карповна. Мишель! Я тут ящерицу поймала на хвост. Мишель, что ж вы не гадите всякую? Я же говорила, ну, ловите бабочек. Сидите, собирайтесь. Быстрее! Господи!
А я ищу по всем углам. Да, я догадалась, поэтому жду вас. Ждешь меня, Вера, может ли это быть? Я хочу узнать, вы меня зачем преследуете? Зачем преследуете? Да. Вера, какое-то недоразумение? Да? Да. Ну, это хорошо, если я ошибаюсь. Это так. Это так. О, вот моя рука. Буду другом, братом, кем угодно требуешь. Вы что хотите? Как что хотите, я не понимаю. Вы зачем смотрите на меня такими глазами? Можно ли не восхищаться красотой? Как вы смеете? Вы сами что такое сказали? Подождите, я дала повод себя так вести. Вы с вами поклонение, но хотя... что, пожалуйста, не надо. Вы поклоняетесь только так, чтобы... Простите, никого не мне притеснять. Я не понимаю, чего ты от меня требуешь? Я ничего, я жила здесь одна, без вас. Так вели, чтоб я уехал? Так и свой, я могу это сделать. Я не могу этого делать, вы у себя дома. Вера, прости меня. Прости, да, я следил за тобой. Ну, это такая моя натура, пойми. Ну, я, ну, натура моя такая, я подаюсь впечатлением. Ну, к чему эта гроза? Не сердись. Я не сижусь. Ладно, давайте посмотрим, будете ли вы великодушны. Да буду, вот увидишь, буду. Далеко до дружбы, да? Я стараюсь заслужить твое доверие. Вот, я буду поклоняться издали. Просто мне очень противно привлекать внимание, когда ничем не можешь ответить. А ты не можешь? Нет, не могу. Ну, возможно, пройдет время. Не ждите, кузен, не пройдет. Кого ты любишь? А если так? Ну вы же рыцарь свободы. Конечно. Люби! Спасибо. Люби! Люби и никого не бойся! Ты любишь. Скажи, а кто? Ох, вот это да! Никому не даю отчет. Хорошо, тогда ты не увидишь. Не увидишь нигде, будешь спрашивать всех, где Райский? Где этот Райский? Господи, где этот Райский? Где он, а? Райский, вы где? Под столом? Нету. Райский, вы где? Где Райский? Подождите, подождите, я его видел. А, вот же он, вот он! Ну, ну ты же видишь. Я не знаю, просто... Нет, ладно. Нет, нет, ты скажи, не то я сломаю голову, Вера. Вот если не так... Так и не удостоили визитом старика Крючкова. Не любят нас нынешние. Вы ведь не знают? А я не делю людей на старых новых. Похвально. А как же... Как же различаете их? А под впечатлением, что они производят? Любопытно. А как, например... Меня, понимаете? Вас я боюсь. Ваше превосходительство, не хотите ли варенье этого года попробовать? А чего же? Я хоть и председатель палаты, люблю, когда обо мне правду говорят. Слышал, слышал, голову мылите тем, кто обедает. Ну что, Борюшка, откуда ты это взял? А тише, матушка, тише. Мылю, мылю, журил тебя. Точно так, ваше превосходительство. А за что? Докладывай. Был одет пестро. Да уж. Вместо фрака сюртучок на отлёстке. Не этак ли что на мне? Браво. Вот поляки бунтуют. От чего? От новых правил. А я хочу сказать...
спросить. О, спрашивай, юноша. Вот во Франции новый Наполеон. Ну, но, так что? Ну как что? Ведь он же насильно воцарился. Нет, юноша, его выбрали. Какие там выборы, курам на смех. Я хочу спросить, отчего же мы не пойдем против него? Крепкая оливка. Ну как? Да-да. Ну да раньше. Собрали армии со всех земель, навели порядок. Был священный союз. Ну. Спасибо. Ну. А я что хочу спросить? Ну. Вот турки. Турки притесняют христиан. Жгут, так сказать, режут. А женщины того. Ваше представительство, здесь дамы. Ну, это я и не слушаю. Проказница, смотри, не махни в Турцию. Так вот, я спросить хочу, а чего ж не уймут этих турок-то? А женщины за них очень заступаются. А вы представьте план кампании. Может быть, с вашей помощью решится восточный вопрос, а? Решается, да, мы пойдем к нам. Да вопроса-то нет. А теперь они вопросы, вопросы. Уже хотят переменить форму в армии. Некоторые о воле толкуют. Далеко ли до бунта? Упаси Бог! Ну, вас-то, Татьяна Марковна, ну, вас-то мужик же любит. Ой! Начинается не с мужиков. Сначала к обеде перестают ходить, потом в неприличной одежде на службу. А там, глядишь, и эпидемия. А вот пишут наши-то. У китайцев Амур взяли. А? Край-то богатейший. Это вы к чему, Тит Никонович? А теперь у нас чай будет собственный. Идите, идите. Я вам сейчас налью собственного. А, не покупного, чай. Не покупного, да, 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 да. И половину ранее. Татьяна Марковна, Татьяна Марковна, сельгерская есть? Там квас в углу стоит. Попей кваса, это полезней. Сельтерский. А я хотела застать вас одного. А, да. Когда ж портрет? Вы знаете меня, как никто. Пусть будет портрет. Память о том, что между нами было. Что шепчетесь, Данила Карповна? Не одарите ли меня нежным взглядом? Ну, как посватаюсь. Не льщусь такой почестью. Генеральшей буду. Марфа Васильевна, где такую чудесную шляпку достали? Это мне бабушка сюрприз сделала. О, мило, очень мило. Мне бы хозяйку, как вы, скромную, и чтобы на молодых людей не заглядывала. Алина Карповна, не желаете ли пирога? Вы же у нас образец матерям и дочерям. И что привязались ко мне, не могу понять. Что за глупо, Вот, парлеву в конце. Жениться задумал, вот и привязался. А мы с вами пара. Едва ли вам найдется кто под пару. Ну как же, вы вышли замуж за вашего покойного мужа, отлучился царствие небесное. Когда я был колесским асессором, этому будешь душить. Подайте Василию стало прохладно. Вера Васильевна, заступитесь хоть вы за меня. Разве вас здесь обижают? А, удалила. Пелагея, Карповна. Это он пертинал. Алина Карповна, пирог. Алина Карповна. Если бы муж был жив, то он бы не посмел. Алина. Еще за мной. Алина Карповна.
Ну что, уехала? Нехорошо как-то, ваше превосходительство. А пусть не ходит раздетая. Не в бане и юношей за собой не таскает. Под 40, а в розовом. Когда дело касается принципов, я ничего не боюсь. А, мне Марк Волф рассказывал. Вы знаете с этим разбойником? Мы с ним приятели. Какой же он тебе приятель, Борюшка? Нам тоже еще, если он нас ночует. Вы же предлагаем ее перины еще послать, а ли не помните? Помилосердствуй, Борис Павлович. А вы что улыбаетесь, Вера Васильевна? Весело? Вы его принимаете? Да зашел как-то среди ночи, я и не знала. Это враг Отечества. А, то он отрекомендовал вам меня. Да. Ну, и что же сказал? Хорошего? Хорошего? Хорошего мало, но раньше я ему не верил. А нынче? А нынче верю, потому что только что вы оскорбили женщину. Моя боль. Возможно. Возможно, она смешна, вы простите. Вам-то что за дело? Я председатель палаты. Ну и что? Вы оскорбили ее в моем доме. Борюшка, всем ведомо, что она легкомысленная. Ну, это не преступление. Вот когда взятки берут. Что? Что? Кто сказал? Татьяна! Да? И мы не знакомы, чтобы ноги этого молодца здесь не было. Не то 24 часа. Да будет вздор-то молоть. Кто сказал? А что за секрет? Весь город знает. Татьяна, Марковна, а как? Что как? Напал на гостью, не по-дворянски. Как вы смеете? Вы что вообще себе Кто? Ничтожный приказный смеешь кричать на дворянку? Урока хочешь? Дам тебе урок, будешь помнить. Забыл, как носил бумаги на подпись к моему отцу. По праздникам подарки получал из моих рук. А теперь в кармане у себя учредил казенную палату, наворовал денег и раздулся от гордости. Думаешь, в люди вышел, а на самом деле в свиньи. Не понимаю, что тебя по слабости-то терпят. Каяться нужно за темную жизнь, а ты не унимаешься. Отрезвись! Здесь Бережкова! Это Борис Павлович Райский, он мой защитник, а тебя кто защитит? Не удержи я его, вышвырнул бы он тебя во свояси. Да нельзя, чтоб руки марал, с тебя и лакея хватит. Люди, люди! Я губернатору. Бабушка, чеку. А? Напрасно мы себя тратим, напрасно. Он ведь все равно ничего не понял. Примите поклон от меня. Не как от внука бабушки, а как мужчина-женщина. Принимаю, Борис Павлович, как честь. А это тебе... Мой поцелуй. И не как от бабушки, а от женщины. А это вам от рук.
другой женщины. Хочешь, оставайся такой, как ты есть. Ох, вы позволяете, спасибо. Боже мой, слушай, ты разговариваешь со мной, как с выздоравливающим сумасшедшим. От него уже не запирают окон, но все же боятся, а вдруг выпрыгнуть. Не надо прыгать в мою. Тогда покажи мне письмо, которое... Вера, просто докажи, что ты мне доверяешь, что посмотри на себя, на меня. Посмотри, ну таков ли я, как был. Все прошло, Вера. Ну, покажи. Бог с тобой. Постойте. Читайте. Вера, это не то письмо. Видели другое? Я на коленях перед вашим братом. Он отомстил за меня, он велик, я его раба. Что это? Кто это? Это Акритский, там просьба к вам. Умолите его сделать мой портрет. Она жаждет дышать с вами одним воздухом. Ну что ж, это будет жертва с моей стороны. Ну вы просили жертву, вот одна из них. Хорошо, тогда и ты принеси две маленькие жертвы. Первая, будь на этом сеансе. И вторая. Да, что молчит? Вера, покажи мне другое письмо. Это ты бы не прятала. Вера, мне не нужны твои секреты. Мне просто любопытно. Вы ошибаетесь. Вы у меня... У меня никаких секретов нет. Вот оно. Наташа не отвечала, были причины. Что за Наташа? Какая еще Наташа? Это моя подруга по пенсиону, жена священника. А, хорошо. Наташа не отвечала, были причины, ты знаешь, это тревожит. Райский со мной, как с детем, хочет знать, о чем мечтаю, чего жду. От этого чуть не захворала, не видалась, ни с кем не писала, никому, как в тюрьме. Он хороший, но сам себя не знает, потому нельзя положиться. Ну как, почему же? Я в семье. Боюсь, хоть бы он уехал, страшно, если тогда бежать,
Он хлопочет разбудить во мне чувства. Знал бы, как это. Знал бы, как это напрасно. Довольно? Вера, это не то письмо. Что бы на синей бумаге? Значит, все-таки подсматриваешь? Кого было, то другое. Говори мне, кого. Оно было синее. Синее! Попади. Я на него и отвечала. Господи, Вера, прости. Прости, ну что ж ты сразу не сказала? Вера! Ну зачем же так мучить? Уже ты не забыл, Вера, ну конечно же, кто же покажет чужое письмо, ну правда. Вера, господи, ну конечно. Наташа, ну конечно, Наташа же, Наташа. Ой, боже мой, Вера, ну конечно, Наташа, не отвечала были причины. Ты знаешь, как это тревожно. Райский со мной прилетел. Хочешь знать, о чем мечтаю, чего жду? От этого чуть не захворала. Не видалась ни с кем, не писала никому, как в тюрьме. Он хороший. Не видалась ни с кому, ни... Нет, нет, подождите. Не видалась ни с кем, не писала никому. Ни с кем и никому под счет. Боже мой. Тащи чемодан! Ты уезжаешь? А, да, в понедельник. Кто с тобой? Надо ехать. Скажи, кто вас пустит? Держите! А? Я и в Петербург напишу. Постой, книги. По 300 рублей пари. Так-то вы помните Уленьку? Не понимаю, куда книги? Не приставайся, скул! Я не шучу, давайте 300 рублей. Что случилось-то, говори? За что? Видите, я уезжаю. Вижу, вы по уши влюблены. А как же это вы видите? Да так, по роже. Месяц прошел, пари кончено. Совсем свихнулся. Бесчестно не отдавать деньги. А возьмите на ваше пальто. И никуда вы не уедете. Значит, роман. В Петербурге закончу. И романа не закончите. Ни живого, ни бумажного. Где это там, на Днепре?
Всем жарко. Стакан воды. Погодите. То я уеду или не закончу. Молчу, молчу, я ваша раба. Письмо. Ник Попадье. Ты, мне голова кружится. Подождите, Полина Карповна, недолго осталось. Полине Карповне плохо. Без доверия трудно. Я вам доверяю. Я доверяю. Да вы доверяете, я знаю. Полина Карповна. Полина Карповна, возможно, я никуда не уеду. Который раз тащит чемоданы вниз и обратно? Послушай, если ты хочешь, чтобы я уехал, то так и скажи. Хорошо, если так, уезжайте. Не спорь, если тебе так тяжело, то я здесь. Уезжайте. Не гони. Лучше облегчи мой отъезд. Я готова принести чемоданы вниз. Ах-ха-ха! От кого письмо? Это надо знать для вашего отъезда? Ну как, Вера, нужно участие, хотя бы дружба, любовь. Любви не будет, я не разделяю ее. Ну так сделай так, чтобы ее и во мне не было. Да я, кажется, все для этого сделала. Нет, нет, совсем не все. Ну как, ты же зачем мое самолюбие? Потом окружила себя тайно. И вот. Хорошо. Хорошо, я понимаю, есть лишь два выхода из этой ситуации. Первый. Это взаимность. Но ты отвергаешь ее, так? Да, понимаю. Тогда убей ее до конца, скажи от кого письмо. Подождите. Что, эгоист, это что за просьба? Помоги мне, Вера, помоги мне! Я что? Я что? Я... Скажите, я не отняла у вас надежду? Не до конца. Сейчас поверю, а там опять... Хорошо. Ладно, я люблю другого. Кого? Скажи мне. Я все выдумала, письмо отводи. Вера, скажи мне правду, я выберу. Пусть малейшая ложь, я... Положим, люблю тогда что? Положим? Не оставляй мне надежды. Да, люблю. Имя, пока будет тайна, я не поверю. Борис Павлович, вы требуете... Я не требую, я прошу. Ну, послушай, Вера, ну пойми, попадешь в такое же положение, как я, будешь так же беспомощна. Нет, вы меня не пугаете, так не буду. Господи, разве запрещаете вы кого-то любить, полюбить, и кого угодно, хоть Никончик, хоть Нива Андреевича, мне же все равно. А страсть оправдывает всякий выбор, да? Разумеется. Послушай, Вера, есть еще один выход. Если это новая, недавняя любовь, забудь. Да, вздор, я говорю вздор, но дай мне быть рядом, Вера, да, мучиться. Мучиться, но не спать, Вера, а жить. Кругом сон, тупая тоска, цели нет, понимаешь, все пошло. А я хочу, чтобы жизнь моя разлетелась, как фейерверк. Ты зажгла его, еще немного, я начну жить. Боже. Еще искра, и я закончу роман. Пожалуйста, вы бредите, вы что? Ты бросаешь на бюджет уходить. Ты не отталкивай, ты не отталкивай меня. Продли мне это счастье. Счастье не в горячке, а в глубокой любви. Ой, Вера, это вздор, это обман. Как мода карты балы, это... Это мундир, в который наряжают страсть. Она рвет его на части и лезет наружу. Я об этом напишу роман. Ты знаешь, как я его назову? Обрыв. Напишите. Смотри, самое слабое сознание.
Купчиха из Слободы, тихий чинов. Все наконец испытывали страсть. Это другую жизнь среди жизни. Уверена, что все? Все, я. Все! Когда страсть горит и чары спалится, приходит покой. Его люди называют глубокой любовью. Да они боятся. Они просто боятся признаться тебе в том, что любовь давно уже прошла. Остались только воспоминания, пепел. А до чего же сильна страсть? Когда след это вера, только след держит людей вместе порой до смерти. Ах, ничто не дает такого блаженства. Ни деньги, ни искусство, игра самолюбия. Главная идея – страсть. Страсть – это хмель, это гроза. О, ты хотела бы такой страсти, верно? Да, если она такова. Что мне делать? Уезжайте. Да, ты права, надо ехать. Ну, раз уж я уезжаю, Лёв, скажи, а откажешься? Вам не следует играть с чертом, а господин. А вы в Бога веруете? Короче, какое у вас дело ко мне? Сын Стряпчева показал книгу отцу. Мальца высекли. Ну и пошла плясать в обед. Я сказал, вы привезли. Однако честно ли это? Честно или нечестно, а полезно для меня. И вредно для меня. Славная логика. Вам ничего, меня упекут далеко. Раньше было все равно, а нынче хочется остаться здесь. Возьмете вы на себя это дело или нет? Не хочу. Нет, определенно не хочу. Нечего делать, скажу на Леонте. Посидит немного на гауптвахте и вновь примется за своих греков. Не примется, когда куска хлеба лишь. Правильно, правильно. Возьмите на себя. Слушайте, в каком таком праву вы требуете от меня это вашу услугу? Потому же, что я беру деньги. У вас есть, а у меня нет. Вам ничего не будет, а мне будет. А если со мной... Хватит холопствовать! Соглашайтесь. Нет. Соглашайтесь. Нет. Как хотите. Куда вы ворота там? Я с горы! Звони Павел. А, да. Савелий, скажи Марине, чтоб дала знать, когда Вера Васильевна будет проводить. Так а Марины и нет. Как нет, Марина? А, поехала проводить барышню. Какой барышня? Вера? А, точно так. А, за Волгу, уходи. А, за Волгу? Папа, подожди, а на чем же они уехали? Так на буланой лошади, в бричке. А с кем они уехали? Понятно, с кем. С Прохором. Это что еще за фрукт? Чего, не знаете, что? Нет. Конюх наш. Нечего вернуться. Должны вернуться, да? Точно так. И Прохор с лошади, и Марина тоже. Но они барышню проводят, а сами сразу назад. Значит, она не приедет. Если не приедет, припью. Кого? Чего? А, Марину, кого же еще? Так может, еще чего прикажете, барин? Да нет, а ты что, ждешь, Марина?
Так жду провалиться ей, проклятие. Потом же сам проклинать будешь. Да может ты буду. А чего ты ее бьет? Да иначе жизни нет. А это разве жизнь, Савелий? Так она же опять того. Почтальон ходит. Письма носит. Тебе ее. Дай ей свободу, и тебе ей решилась. Куда, Борис Павлович, добрались? На Волгу грозу смотреть. Не ходи, что ты не видишь. Как сверкаешь, что-то больно. Савелий! Я здесь, братан. Гаси огни! Трубы закрой! Слушаю. Василиса, не стой! Пойди в дом, проверь окна! Где же Вера? Ей давно уже пора быть. Да, все ключи спрятал. Какие ключи? Марфинька! Марфинька, какие ключи Вера увезла? Не знаю. А может, знаешь, пойди у Василисы спроси. Дома пойди. Ну, ты видел их, что ли? Какие ключи? Видел, конечно. Ну, какие? Вот такие, вот круглые. Или с бороздкой. Какие? Ключи от своих тайн. Вот какие. Фу ты! Этих она никому не оставляет. А я и не прошу. Прости нас, Господи, Боже, что с Верой сделалось, а? Ты не понимаешь, почему Вера такая стала? Доктор говорит, что нервы, это что за нервы, а? Ну, может, если раньше вот болела там под ложечкой или поясница, от этого лечили, если кто там с ума сойдет, ну, говорили, спятил, а сейчас что это на все нервы? Ты не влюблена ли? Ты что, видел? Ты что-то знаешь? Да нет. Ой, не мути покоя. Ой, не... Да нет, ну станет ли она мне говорить, если от вас стоится? А, да и то верно. Не подклоп. А в кого тут влюбиться-то, ты не знаешь, а? Нет, никого нет такого. Разве что лесничий. Что? Да он в этой усадьбе своей живет в лесу, он лес сплавляет. И что, они с Верочкой давно знакомы? Ну как же он ее с того берега всякий раз и привозит. Да вот же они, а Бог идут. Я и сам придерживаюсь. Все хорошо, спасибо. Захворайте, я век себе не прощу. Ну уж вы извините меня, господа хорошие, вы полоумные. Вон как сверкает, а вы через всю Волгу в такую погоду даже здесь перлогу не покинет. Да у меня паром скрытой беседкой, на Веру Васильевну ни капли не упало. Да страсть-то какая, гремит, вы что? Татьяна Марковна, это старым бабам. Вот, благодарю покорно. А я-то вам кто же? Извините, это я про простых баб. Да вам-то ничего, а она у меня что за богатырь-то такой? А мне с Иваном Ивановичем как-то не страшно. Ну он, извини, медведя бьет зимой, ты за ним пойдешь с рогатиной на медведя. А нет? Что пойду? Возьмите меня как-нибудь. Да вы прикажите только. И потом, Верочка, извини меня, но заставлять себя провожать такую дальше, это как... Это не они, это я виноват. Только узнал, что Вера Васильевна собирается домой, как и стал просить сделать мне это счастье. Хорошо, счастье в эту какую-то грозу. Ну, у каждого свое счастье. Ой, Борис Павлович, не уехали. Ой, не уехали. Знаете, очень этому рад, узнал много нового. Борюшка, ты же не знаком, это Иван Иванович, познакомьтесь. Тушин, не имел чести. Вы у нас заночуете, Иван Иванович. Благодарствую, Татьяна, дела. Куда? Сейчас ты... Я удивляюсь, как сюда-то добрались. Да лошади могут испугаться. Лошади? Понести могут. Я всегда буду полагаться на вас и ваших лошадей. Смотрите, не забудьте. Если смогу, как-нибудь, чем-нибудь, когда-нибудь. Когда опять загремит, а-таки гром.
Всякий. Тогда спасайте Вера Васильевна за Волгу в лес. Там живет медведь, который вам, как в сказке, послужит. Весело было за Волгу. Да. Ведь он друг я. Никто не докучал. Ну что ж, мужчины крепкие, лошадьми брали. Гадко, Борис Павлович. Это значит, что он писался? А если и так, то что? Ничего. Ничего? За ним сила, понимаю, медведя берет. А страсть оправдывает всякий выбор. Что, Вера? Что? Что ты выйдешь за него замуж? Может быть, выйду, не знаю. А почему нет? У него же лесу на много тысяч. Опять гадко, Борис Павлович. О, Вера, что же я здесь сидел? Все понятно. Поздравляю. Поздравляю, что ты нашла своего героя. Егор! Да, он замечательный человек. Он что задумает, то и сделает. И в нем есть юмор. Свали, парень. Тащи чемодан. Только что наверх идет. Делай, что велят. Будет сделано. Ну что ж, прощай, Вера. Я надеюсь, что мы больше никогда не увидимся. Я не хочу, чтобы вы выезжали. Что? Ты что? Ты что хочешь, чтобы я еще на свадьбе твоей гулял? Вы сами говорили, что вы мой друг. Хорошо. Когда же свадьба? Велите убрать чемоданы обратно. Это не он. Ну, конечно, ну как ему подумать? Как он может быть герой твоего романа? Это не он. Вера, прости, покорюсь. Всему покорюсь. Значит, остаться. Смотрите, не раскайтесь. Любой, как я снимаю, любое унижение. Остаться? Да. Да вы бы все равно не уехали. Я бы уехал. Не уехали. Уехал. Не уехали. Уехал. Я не хочу этого. Я не знаю, что за этим. А что бы ни было, все вынесу, лишь бы быть рядом. Лишь бы быть рядом. Егор! А ты куда чемодан тащишь? Да, вам, Марин, сами же велели. Ничего я не велел! Ничего я не велел! Назад! Все, буря ищете?
что с вами? Обед дали? О. Или бережете себя? Не надо, не шутите. О. Барышня, перед вами жизнь, а вы... Ой, как Райский заговорил. Ну что он, все страсти рвет. Вот не знаю, что с ним делать. Тянуть? Дурачить? Нет, это совестно, я так не могу. Лучше ему все рассказать, и он уедет. Возненавидит и побежит к бабушке. Не дай бог. Да пусть он пишет роман, глядит на луну. Он романтик. Он артист. Да, в нем много чувств. Мы сошлись, чтобы им заниматься. Ладно. Что нового? Кому сулили за любовь? Я бросил скотов гимназистов. Бежать надо. Куда? Искать новую грядущую силу? Марк, ну зачем? Зачем себя так тратить? Да надо вспрыснуть живой водой мозги. А вы уверены, что это живая вода? Значит так. Я вас зову на опыт. А вы на пороге встали. Потому что я хочу понимать, куда идти. А вы требуете повиновения. Да дело-то простое. Мы любим друг друга. Так, и что дальше, Ма? Что из этого? Вон, видите ласточки? Вижу. Вижу, и что? Так вот они летают и не умничают. Они кружатся около гнезд. А к зиме все разлетятся. Весной обратно возвратятся. Чего вы хотите от меня? Я же скоро как Тит Никонович начну шаркать ножкой, а? Или, может быть, всеночный потоп, а? Но не надо, зачем? Я же не этого хотела. Ну так чего же, в конце концов? Я хочу, чтобы вы перестали. Перестаньте, ну. Перестаньте себя тратить, чтобы вы себя берегли. Я не знаю, вот хотя бы ради меня перестали постоянно впрыскивать эти ваши мозги. Остались жить здесь. Барышня замуж захотела. Скучно. Знаете, если бы так, я бы выбрала кого-то другого. Простите, я груб. Но вы все медлите. Потому что я не шучу с чувством. А я шучу. Вот вы вроде любите. Видите? Я тоже люблю. А все же боитесь. Я не хочу. Я не хочу счастья на месяц или полгода нет. Да, до конца жизни и за гробом. Да, я слышала это все. Нельзя висеть на шее друг у друга. Вот это не притворство. Но я верю в другое. Не хочу. Обратить меня в эту веру? Да, я вашего счастья, не понимаю. А я ваша. Канарейка тоже счастлива. В клетке. Да так засидится, что ей клетку-то отворяют. А она не летит. Не понимаю я вот этой вашей... Да бросьте вы все! Бросьте! Бежим отсюда! От тебя не убежишь. Прощайте, Вера, прощайте. Всякий раз, как мы наедине с вами, вы спорите со мной. Любите Райского! Вы же хотите свить себе гнездо и сидеть в нем? А вы на миг залететь и забыть, где были? Если забудется, да. Если нет, вернуться. Я вот это не понимаю. Вот этой животной птичьей жизни. А вы кто? Вот вы кто? Вы не животное? Не животное? Ангел?
Прощайте, Вера. Я думал найти товарища. Да, товарища, Марк. Товарищ. Но на всю жизнь. Это зависит от организма. От обстоятельств это зависит. Свобода с обеих сторон. А затем, что выпадет? Радость обоим. Или одному покой, другому муки. Жизнь указала бы. А вы словно старая дева. Анализируйте последствия, минуя опыт. Не ушли от бабушки и постного масла. Я ошибся. Спи, дитя. Не буду мешать. Вера, что с тобой? Вера! Савелий опять Марину прибил. Унял бы ты его. Господи, пусть они там уже зарежут друг друга. Господь с тобой. Это что, для твоей драмы так нужно?
Мне своих грамм хватает. Ладно, я пойду. Свечи палить. Не бойтесь, пожара не будет, хоть сам сгорит. Ну и чего ж ты там до утра пишешь? Пишу роман, выходит жизнь. Пишу жизнь, выходит роман, что получится, не знаю. С огнем не шути. Да. Куда? Хотела утром сказать, да чего там. Что? Что случилось? Что? Друг твой, Леонтий Иванович, болен. Заболел. А что с ним? Жена укатила. Француза вызвали в Москву. Она говорит, Шарль меня до Москвы проводит. Повидаюсь с родными. Не беда, вернется, он сразу выздоровеет. Жди. С дороги уже письмо прислала. Мол, прости, не могу жить с тобой. Зачахну тут. Так что не все в ваших книжках написано. Ты вот что, перевези-ка ты его на. Да и поскорей. Во флигеле как раз никого нет. Вот там ты его и поселим. Распоряжение уже дала. Принесла вас нелегко. Шел поздравить, что коза удрала, а на нем лица нет. Урод, радоваться надо, а не плакать. Где он теперь? В забытии он теперь. Ладно, смотрите, чтобы ничего не натворил он с собой, потом приду, сменю вас. Благодарю вас. Это за что такая милость? Ну как, все-таки вы не покинули моего друга? Я очень давно искал случая услужить вам. Что же вы, как клоун, все время поворачиваетесь наизнанку. На кой черт мне нужна ваша благодарность? Все-таки вы сделали доброе дело. Признателен за высокую оценку. Все, все. И он тебя перевезу к себе. А если с ним он останется убить? Вот это дело, а не слова. Руку. А вот теперь я вам не подам. Это бабушка. Здоровая старуха. Жаль, только дурик немного. Стерегите Козлова. Просто останетесь. Я могу кучу разведу послать. Да нет, спать лягу. Что-то вы похудели, как будто нездоровы. А вы, на мой взгляд, еще не здоровы. У меня разные беспокойства. У меня тоже. Спасибо. Леонтий, знаешь что, уничтожь. Пока она цела, ты не успокоишься. Уничтожь, выбрось, а книжку отрываешь, выбрось. Да что ты, да это все, что осталось на памяти от них. Леонтий, не поддавайся, этому жизнь длинная. Борис, Борис, жизнь кончилась. Кончилась, если... Если что, что? Если не вратиться. Ты что, ты принял бы ее теперь? Твердят о болезни, водит лекарь. Я не болен.
Нет. Ты как роман пишешь? Лёня, почему ты понимаешь? Прости, я не знал, что ты её так любишь. Борис, я сам мало понимал. Ну, случись этого, знаешь, никогда бы не понял. Я любил и книги, и учеников, и Грецию, и город этот. И тебя, только потому что я ее любил. Лёнь, ты знаешь что? Татьяна Марковна, есть просьба к тебе. На некоторое время переезжай жить к нам, а? Позже, притащусь, когда надежда не будет. А что, еще есть надежда? Да, конечно, ну, несомненно. Люди, это телега, она не сюда. Да все жду. Думаю, не опомнится, Марк говорит, спи, не воротится. Ты что в смысле? Ты лучше нормальная женщина. Ну, скажи. Ничего я не понимаю, Леонтий. Скажи все, бабушке, не можешь, я скажу. И загнать этим самым ее в гроб и меня вместе с ней, да? Вера, Вера, ну кого ты любишь? Папа, папа! А! А! Не надо сворачиваться, мне самой гадко. Бабушка, ни слова. Она меня презирает, что убьет, что она сегодня не знала. Хорошо, хорошо, тогда как тебе помочь, скажи. Главное сегодня.
у нас завтра же у Марфинки день рождения, да? Да. И помолвка. Вы выйдете утром рано в оранжерею и сорвите ей букет. Она завтра уедет потом к новой родне за Волгу. Вы ей самый красивый букет выберите, пожалуйста. Марфинка у нас невеста. Вера, куда? Куда? Нет, нельзя. Мне надо проститься. Мне надо проститься. Нет, правда, я на одну минуту и обратно. Прости, мне больше всего. Что делать? Что делаете? Это гадко, это дико. Я обязан вас удержать. А чего удержать? Может быть, от гибели. А если я сама хочу гибнуть? Вы просили меня не пускать. Я не пущу. Для этого не надо видеться. Надо. Солдат зовите, не удержите. Ясно? А! Вера, что ты делаешь? Опомнись! Я не понимаю. Пожалуйста, простите. Но если вы хоть раз, один раз в жизни умирали в минуту, в сто раз, знаете, при мысли о том, что счастье рядом, и ускользает, если... Пожалуйста, пожалуйста. Нет, нет. Вера, ты просила меня не пускать, я не опущу! Перестаньте! Не заставляйте меня ненавидеть вас! Вы понимаете, что сейчас там решается моя судьба? Твоя судьба решается не во враге, Вера. Я видел, как вчера ты ее искала в ином месте. Я видел, как ты молилась в храме. О, да, я молилась. Я очень горячо молилась. Я просила его удержать меня. Вернее, осветить мой путь. Что я говорю? Что мне делать? Я не знаю. Все. Нет, просто что? Не ходи туда. Не ходи туда. Да. Не надо. Не надо. Потому что это надо. Не надо. Я не пойду. А если я нужна? Но если я нужна, вы просто поймите, там же сейчас решается не только моя судьба, понимаете? Если вы меня не пустите, я буду думать, что ваше самолюбие, ваш эгоизм стали бить. Послужили? Господи, я даже слова не нахожу. Вы станете несчастьем, понимаете, гибели моей и его жизни. Ты будешь проклинать меня, что я тебя не удержал! Я вам клятву даю. Никогда больше туда не спущусь. Только сейчас. Верьте мне, слышите? Верьте мне. Ждите меня здесь. Вера, возможно, мы больше с вами не увидимся. Да. Возможно, мы с вами больше не увидимся. Да, я дала клятву, что я сюда спускаюсь последний раз. Надзор сняли, через неделю уезжаю. А, я очень рада за вас, я вас поздравляю. Ну, если бабушкины правила вам дороже? Нет, нет, я в том смысле, что нам надо разойтись. Да, надо разойтись. Все кончено.
А на что вы надеетесь? Вера, я... на что? Я все скажу бабушке. Скажу, вот кого я выбрала на всю жизнь. А в раю люди прикрывались листьями. Потому что люди не звери. Потому что боялись взглянуть на суть вещей. О, Марк, вы! Вы зачем ко мне привязались? Вы же с вашими понятиями можно было бы спокойно найти себе женщину. Вера, любовь... В слободе или за волну. Это не понятие, Вера! Не понятие, а влечение. Иногда неодолимо. Мы могли быть счастливы. Счастье ведет за собой долг. Умница. Красавица. Забудь долг. Не могу. Не умеете вы любить. Не любите. Молчите. Молчите, а то сочту вас притворщиком и обманщиком. Слышите? Молчите вы. Если бы я хотел, я бы давно это сделал. Вы за что сейчас бьетесь? За что? Зачем вы себя тратите? Зачем? Чего вы ищете? Вы боретесь не со мной, а с собой. Да, мне надо было раньше понять свое положение, да? Жертв надо. Останусь здесь, в этом болоте, но до той поры, пока буду любить. А там уйду, куда поведет жизнь. И вы имеете право сделать это. Точно так же. Разве это не честно? Марк, честно взять чужую жизнь, отдать взамен свою. Чего? Вот чего вы хотите? Чтобы Бог благословил наш союз? Не надо. Вот, а если я ему не верю? Хорошо, Марк. Хорошо, вы не касайтесь того, что для меня свято. Прощайте. Живите вашу жизнь. Я просто ее понять не могу. Не хочу. Не понимаю. У нее нет корней. Ваши корни давно подгнили, Вера. Марк, это все смешно. Марк, вы помните, как все начиналось? Помните? Я был здесь один, да? Да. Я ни во что не верил, да? Вы ни во что не верили. Да, я ничего не ценил. Да, но я видела вас. Я видела силу. Я видела ум. Я подумала, сделаю так, чтобы он полюбил жизнь. Чтобы он начал ценить ее. И вы же поддались моему влиянию, правда? А я вашу любить, я так боялся. Ну, стоило остановиться, когда страшно стало. Ну что? Что вы сейчас делаете? Зачем вы бежите от меня? От своей веры? Зачем? Ну, пойдемте. Дайте мне руку. Дальше, да. Вера. Пойдемте с вами на гору. Вера, дальше от меня. Не навязывайте мне свою веру. Марк! Не навязывайте мне свою веру. У меня ее нет. У меня. Где? Надо разойтись. А вы хорошо защищены, Вера. Другую бы женщину я не пощадил. Вас. Венчаться не пойду. Но если сейчас... Кинетесь ко мне. Значит, любите. Хотите быть моей. Навсегда вашей, Марк. Да не знаю я.
Разделите мою любовь и уедем вместе. А потом? Никогда вы мне не дадите того счастья, которое я хочу. Прощайте. Не ждал! Садовник думал, в доме одна невеста, а я заказал второй букет. Вера для вас. Это комедия или драма, Борис Павлович? Нет, Вера, это уже трагедия. Вы мой великодушный друг. Это не я, это волк, это зверь. Прости. Скажи бабушке все. Но у меня больше нет сил молчать. Сказать бабушке да. Все и имя тоже? Да. И имя. У Марфеньки сегодня праздник. Да. Не говори вечером, Саша. Возьми
больничной помадой за версту несет. Василиса! Савелий, за обедом всем ливреем быть! Слушаю, барыня, все Иван Иванович, будут. Можно мне с вами в коляске? Почту за честь. А где Вера Васильевна? А, ей не здоровится. В церковь не поедет, но сюда обещал прийти. Вы пожурите ее, она не следит за собой. Борис Павлович, вы теперь идите сюда. Да. Да, идите. Да, пожалуйста, помните сначала музыка, потом уже. Ну, конечно же, Борис Павлович. Да. Полюбуйтесь. А? Боже мой, откуда такая драгоценность? Нравится? О, да. Это женщина очень нравится. Хотя в наших глазах-то это никакой цены-то не имеет. Позвольте открыть. Я ведь люблю обеих. Как родных печей. Этих. Колени в качан, вместе с Татьяной Марковной, грамоте их обучали. Знаете, как это было? Ну, как вот моя семья. Конфиденциально. Я Вере Васильевне к ее замужеству вот точно такой подарок приготовил. Мы с Татьяной Марковной желаем ей отличнейшей партии. Да. Благодарю. Ну что? Ходишь? Ну так, ну что? Олег? Ну что? Что, с чего вы взяли? Перестаньте, что вы выдумываете, а? Ты книжки пиши, Борис Павлович, книжки. Девочка моя, Лена! Я вот сюда взяла! Езжайте, я догоню. Хорошо. Что? Что смотрите такими глазами? Вы нездоровы. Отложим пока. Нет, лучше раз. Видите ли, сегодня такой день,
говорите. Не могу, Вера Васильевна. Нет, лучше сразу, давайте, перестаньте меня мучить. Простите, что я затеял. Говорите. Да, лучше раз. Я вас люблю. Я тоже. Вы начните, поговорите. Да я не просто как говорите. Друга, еще как женщину. Если бы я смел мечтать, что вы разделяете мои чувства, если одобряете, если не любите кого-нибудь, будьте моей женой. Долго молчал, вот не выдержал, решил в праздник. Иван Иванович. Что? Вы... Что надо? Что сделать? Вы друг мой. Вы... Забудьте мое предложение. Забудьте, вы всегда будете стоять на меня. Так... Иван Иванович, идите сюда. Идите сюда. Знаете место? Знаю, там похоронен самоубийц. Вот там я. На дне обрыва я пала с этой вашей высоты. Я думал, меня лишь медведь свалится. Где он? Нет. Прежде убью его, потом уйду. Вы поймите. Я одна виновата. Вы надеетесь? Нет. Нет, конечно, я больше не буду видеться. Вера Васильевна, зачем вы открылись мне? А чтобы вы не думали обо мне лучше, чем я есть на самом деле. Я буду думать о вас то, что всегда. Вы потеряли надежду. Только напрасно вы сказали вашу тайну. Она принадлежит только вам одной. Никто не смеет судить вас. Слов не надо. Молись. Пробовала, не могу. Молись. Все позади. Все кончено. Все погибло. Жить нельзя. В ваших глазах моя... Можно! После всего? После всего! Вы не знаете. Знаю. Нет, вы не были в моем положении. Была, Вера, была. Что? Такая же грешница, как и ты. Господь свидетель. Не станет. Не надо, ваша жалость меня убивает. Грешница! Грешница! Не надо, не казни себя ради меня. Надо. Он велит. Я не буду слушать. Прости меня, Вера. Это я погубила себя. Что? Своим грехом молчи. Надеялась, что прощен. Молчи, я, это бред. Это бред. 40 лет лишь двое знали. Думала, что умрем с тайной. Я не буду. Если бы знала, что этот гром в тебя попадет,
перед собором бы на площади бы исповедовалась. Сейчас все скажу. Я не буду слушать, я не буду слушать. Сватался ко мне граф Игнатов. Я любила Тит Никоныча. Граф подстерег наше свидание, ну такое, ну ночное, решительное. Свидание ночное. Тит сбил графа с ног, потом стал душить, потом схватился за какой-то нож и чуть не зарезал графа. Последний миг я удержала его, ты говорю, дворянин, а не разбойник. Драться на дуэли он не мог, чтобы не разгласить тайну и не опозорить меня, и дали они друг другу слово. Граф молчать обо всем, а Тит никогда не женится. Вот так вот, Вера. Думала, грех мой забыт, прощен, а он вон где вышел наружу. Бабушка, ты спасаешь меня? Себя! Себя! Казалась праведной, а была... Прости меня, Вера. Я знала. А это другой мой страшный грех, что не отвела тебя от обрыва. Мать твоя сейчас клянет меня за это. Прости. Прости ты, Вера. Простите, хоббит. Все. Хватит. Мне не судить тебя. Посчитаю. Принимаю. Как Божье прощение. Все кончено. Ну, а может... Нет, ну, нет. А если... Нет, нет. Все во мне. Пустота, лишь бы не палил и не ждал беседки. Не будет он тебя ждать в беседке. Желаете ей добра, так? Вы же знаете, что она меня любит. Каков же будет ваш ответ? Не мучьте ее. Да, да,
Старуха сломала беседку, страсть сломает веру. Вы сами говорите, что она больна. Я не сказал, что она больна от страсти. А от чего же тогда, по-вашему? От ваших писем и угроз явиться. Вера, она говорит только. Она сама... Вера Васильевна всегда говорит правду. Интересно, а почему она дала поручение именно вам? Очевидно, верит, что я выполню его. Выходит... Выходит, меня высылают? Выходит, что так. Но я не знаю. Я не могу дать ответа. Я не знаю, что я сделал. В беседку, понятное дело, не приду, потому что ее нет. И писем не будете писать. Их не будут читать. В дом тоже не придете, вас не примут. Это что же вы? Стереть станете? Стану. Впрочем, есть хозяйка дома и люди. Все, я уезжаю. Скажите, а не может ли Вера Васильевна видеться со мной буквально на несколько минут? Не может, разве не ясно? Вы к ней неравнодушны, я вам не доверяю. Доказательства у вас в кармане. Записка? Да она ничего не значит. Возможно, она уже жалеет о ней. Вы вовсе не знаете ее. Впрочем, я все сказал. Передайте! Уеду к тетке на Кавказ. С переводом в юнкера. Меня не будет! Благодарю вас. Это именно тот ответ, который нужен. Не ей нужен, а вам, Райскому и старухе. Нам и, может быть, всему городу. Да. И всей России, кажется. Но об этом я никак не могу знать. Ничего. Кажется, здорово. Мы в большой вине перед вами. Случилось что-нибудь? Да вор Тычков таки отомстил нам, слыхали? Откуда? Я в лесу шерстижу. Пустил по городу сплетню о Вере. А я поеду, он быстро забудет. Да нельзя. Он и вас туда припутал во время помолвки. Вы остались с ней там, внизу. А тут отъезд Бориса, Крицкая решила, что он застал вас там. С ней одна проклятого обрыва поднялась эта туча грязи и покрывает нас. Что надо сделать? Сказать, что сразу уехали, и тем самым сберечь свою честь. А как же Вера Васильевна? Нет. Скажу, что сватался, но пока получил отказ. Да не отстанут. Станут ждать, а долго ли, а скоро ли. Забуду. Если нет, то принять предложение.
чтоб потом ни вам, ни ей всю жизнь покоя не было. Да вам-то. Что этот брак может принести? Я знаю, что он принес бы мне. Я-то знаю, но дело не во мне. Леонтий Иванович, вы что ж, совсем нас забыли? Да, давненько не было здесь. Ну, а чем же это вам моя кухня не нравится? Да как не нравится, это я когда-то так сказал. Ну так что, есть будем здесь или в дом пойдем? Можно здесь, я только Бориса провожу. Василиса, мясо! А то и остались бы у нас. Одному-то скучно. Так жена уехала, воротиться, а меня нету. Так мы-то ее первыми уедем. Не, ведь мимо нас ехать. Леонтий Иванович, приезжайте к нам. Оставайся, оставайся, Леонтий. Я уеду при бабушке первым министром. Хорошо, я в гимназии Василия библиотекой занимаюсь, а только после этого марка. Ну что ж, ехать. Иван Иванович, если случится то, о чем вы так мечтаете... Случится ли, Борис Павлович? В любом случае, ведомьте меня, я приеду. Борис? Да. Я тут письмо написал. Будьте дома, сообщи, если соберется, я выйду на встречу. Да, конечно. Борис Павлович, лошади готовы. Пора ехать. А что это он так... Раскомандовался. А я Савелия с собой беру. Пусть отдохнет. Савелий Гаврилович, на кого ж вы меня покидаете? Только слез не надо. Борис, я сюда послала, простите, ради бога, или не до вас отмешать. Борис Павлович, я бы никак, если не просила, если бы... Да, да. Ну, Борис Павлович, ехать так ехать. Да. Пора. Ну что ж, Никитич, ну, мое почтение. Ты там аккуратней с климатом-то. Все-таки как-то действует на пищеварение. Вот сейчас. Спасибо. Прощай, Вера. Ну, загляните как-нибудь нам в уголок, где вас всегда любят. Непременно. О, нет, Бог даст. Бог даст, свидимся. Вы моя единственная семья, другой уже не будет. А сейчас меня тянет туда, где меня нет. Братец, спасибо за все. Будьте счастливы, будьте счастливы. Скоро сделаю твою статую из мрамора. Борис, а что ж твой роман? А что роман? Как умру, пусть возится, кому интересно, с бумагами материал, но... Кто же закончит, кроме тебя? Да уже не важно. Кто захочет, то разберется. Не пройдет тут и полгода, как снова влюбитесь. Не будете знать, чью статую лепить. Да, может быть, влюблюсь. Но никого не полюблю, кроме тебя. А статую сделаю. Непременно. Опять непременно. Уж и не знаю, что затеял, но раз сказал непременно, ничего не выйдет.